спросите, конечно, и чего это такая шикарная баба делает в деревне? А я вам скажу, чего. Ну-ка. Столько дел у меня, и все это и не сосчитаешь. Ночью надо сходить до росу насобирать, звезды протереть, а потом бежать к колодцу в самую-самую темную ночь, да посмотреть туда, вниз, как там лягушки квакают, а оттуда еще кто-то темный пальцем грозит. А я-то думаю, это мой знакомый старый чертяка. Эх, как хорошо жить-то в деревне, знали бы вы. Вот так вот идешь одна по тропиночке, идешь, и навстречу кто-нибудь, да что вы думаете, обязательно оглянется да спросит, как дела-то ваши, а про себя-то подумает. Ох, хороша-то женщина наша, Солоха, вот бы в гости когда пригласила, а я-то и приглашу, а что мне?